снова здравствуйте. Мы сегодня решили немножко покататься с Эльвирой. Ну как? Не просто покататься, нам надо временно появиться в бухгалтерии. К дочке надо заехать кое-что, подарки отвезти кое-какие. Ну и немножко развеемся после дождя. Сегодня солнечная, отличная погода. На Крите опять лето. Под замечательную песню Никоса Стратакиса в стиле heavy metal мы с вами подъезжаем к одному из красивейших городов Крита – Ретимна. Кому интересно познакомиться с городом поближе, могут посмотреть наше обзорное видео на канале «Все о Крите из первых рук». Погода сейчас установилась летняя, за бортом плюс 26, чистейшее небо с редкими облачками и зелень вокруг заставляют забыть о том, что на календаре уже ноябрь и скоро зима, холода, одинокие дома. Кстати, температура воды в море плюс 21-22 градуса и на пляжах еще достаточно много купающихся и загорающих. Автобусом сливаешься в одной цветовой гамме. Мы одно целое. Αμαζόνια
Αθηναίους κοπένες, γέρους μεσοκερίτες. Και τούτη την ανελόμη δεν πρέπει να τη χάσω. Σε χαρά γεμάτα τα ποτήρια που σμίγουνε οι χωριανοί με τσιξενοί τεμένους και με συντέκνους ακριβούς και φίλους πιστεμένους. Θωρείς παππούδες Τσιπρεπιάς κι αρχόντες πατεράδες, για χαριτζή πατουλιαστός να δίνουνε παράδες. Κι πιο ερώτη τη στιγμή που τη βραδιά ομορφίζει είναι που η κάθε κοπελιά βγαίνει και στραταρίζει. Κι ο νιος με το μαντήρι του την εμαστή στα ζάλα και στους εμπτά τη στέκεται τα πάθη τα μεγάλα και τσα διαβαίνει η βραδιά και του γλεδιού τον άμι κι έρχεται ο ήλιος το πρωί το πάσο του να κάνει. Βραδιά στη σκέψη των ανθρώπων. Όλα καλά. Όλα καλά. Τώρα πέρασα από το Αποστολάκι και... Όχι, πάω. Α. Ακόμα λέει τίποτα. Τον ενόχλησα εγώ. Λέει να κάνουμε δουλειά. Εγώ κάθε μέρα πάω. Εντάξει, Μανουλό. Χάρο σε πανηγυρισμό με τις όμορφες εικόνες που δεν χαλά η λάμψη σου κι ας φεύγουν οι αιώνες. Χαρώ σε πανηγυρισμό με τις όμορφες εικόνες που δεν χαλά η λάμψη σου κι ας φεύγουν οι αιώνες. Привет! Пора домой. Γεια σας. Όχι, όχι, μην πατάς. Пока. Пока. Детей проведали, теперь нам стукнуло в голову. Ну, домой не хочется ехать. И мы решили поехать по местам боевой славы. Сейчас поедем в деревню Маргаритас. Давненько мы там не были. Да-да-да. А у нас там очень много знакомых. Анка нам цветочек подарила в машину. Теперь у нас уют в доме в нашем. Уют в доме, в нашем автодоме, да. Маргаритес – уникальная деревня со своим характером, историей, традициями, гостеприимными жителями и совершенно невероятной атмосферой. Это фантастическое место, где можно не только познакомиться с традиционным критом, но и скрыться от суеты, прогуливаясь по узким улочкам деревни среди гончарных мастерских или наслаждаясь захватывающими видами за чашечкой кофе в местной таверне. И как я уже говорил, в этой деревне у нас очень много знакомых, с которыми сохранились самые теплые отношения. Ну, во-первых, это сестры-веселушки Константина и Нектария. Они владеют небольшим, но очень богатым в плане ассортимента магазином сувениров. Несмотря на нашу новую машину, они нас вычислили сразу и не хотели отпускать.
Με πολύ χαρά, πολύ αγάπη. Κορίτσι μου γλυκό μου. Τι κάνεις? Αγαπημένη μου, αγαπημένη μου, καλώς ήρθατε. Но мы пообещали вернуться после посещения таверны «Мандалас», в которой Эльвира отработала несколько лет. В этой таверне замечательно готовят домашнюю критскую кухню. Особенно хозяйке заведения удается мясо козы в вине с овощами. Родом она из высокогорной критской деревни Заньяна, а ее муж Костас по прозвищу «Мандалас» из этой деревни – маргаритянин. Изначально таверну открывали для местных, которые и сейчас любят ее посещать. Но постепенно это заведение получило признание туристов, которые регулярно оставляют свои отзывы в интернет-пространстве. Помимо посетителей, здесь очень часто находятся дети и внуки владельцев, и царит очень теплая и домашняя атмосфера. Побывать Маргариты, зайти в таверну «Мандалас» и не заказать козу – это преступление. Правда, Эльвира Хайдаровна? Да, это правда. Мы всегда, когда здесь бываем, я всегда заказываю козочку в вине. А я себе заказал судзукаки, которые я тоже очень и очень люблю. Садитесь с нами обедать, приятного аппетита. Вообще не поменялся. Последний раз я здесь съел на судзукаке. Вообще обедал последний раз здесь. Года два назад, наверное. Да. Два года мы сюда не приезжали. Долбанный коронавирус. Ну что, Миша, понравилась тебе таверна «Мандалас»? Очень понравилась. И мы оставляем здесь идеально пустые тарелки, потому что здесь невозможно что-то оставить на тарелке, потому что все очень и очень вкусно. Обалденно. После вкусного обеда мы, как и обещали, вернулись в магазин Константины и Нектарии, чтобы просто поболтать за жизнь. Люблю Россия, люблю! Украина! Украина, люблю Украина! Я вам, пожалуйста, посмотри в магазине, пожалуйста! Браво, браво! Ты можешь попробовать, жрать следом с корицей, вишней. О-о-о! Плачем уже, браво, да, лепо! Надо сказать, что несмотря на определенные сложности нашей жизни и бизнеса в последнее время, ассортимент магазина увеличился. Значит, девушки не сидят на месте и стараются, чтобы ни один человек не ушел из магазина без покупки. Как сказала Нектария, год был очень сложным, но уже лучше предыдущего 20-го. И будем надеяться, что следующий 22-й год будет еще лучше.
деревня Маргаритес является одним из центров керамики на острове Крит. Ее часто так и называют – деревня гончаров. Попрощавшись с девушками и таверной Мандалас, мы отправились к следующей нашей знакомой. Ольга – потомственный гончар и владелица магазина-мастерской с ее авторскими работами. Еще одна точка, обязательная к посещению, если вам нужна керамика. Магазин Ольги. А вот и сама хозяйка идет. Калайси. Здесь я, пожалуй, закончу первую часть фильма о нашей поездке в район Милопотаму. Во второй части вы увидите монастырь Христа Спасителя, который мы называем райским уголком, и в строительстве которого я принимал самое непосредственное участие. А затем мы с Эльвирой отправились в деревушку Плевряна, где я навестил своего брата Александра. Напишите в комментариях, что вам больше всего понравилось в деревне Маргаритес. А если вам уже посчастливилось ее посетить, поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующую серию и другие наши познавательные видео. Их будет много. Всем пока. Мы вас любим и ждем на Крите.